31 номер. Хорошую передачу на дугу отдает. И первый же бросок. Первый штрафной тот. Второй также. Двадцать второй номер. Джамбола. Со средней дистанции хороший бросок попадает. 14 номер Небраски. Виктор Тавров. И под кольцом все-таки разобрался. Падение Джамбола. Хорошей передачей нашли 31 номера. И со средней дистанции. Хорошая комбинация, которую завершает 22-й команды Джамбол в этом матче. Тавров по средней дистанции заваливает тяжело. Если хочет команда побороться в этом матче. Забивает штрафной Камнихеев. Третьим номером также появился. В атаке Джамбол. Хорошая комбинация. Вновь отлично взаимодействует. Мете забивает. Вновь трехочковый бьют. Баскетболисты Джамбол. Появляется под 23-м номером Небраски. Вновь на площадке Михаил Курапов. Первый штрафной. Вновь не точно атакует. И восьмой неудача, но не забил Тавров. А вот 32-й номер. Вяткин. Нашел передачей. Джамбол здорово комбинирует. И после подбора. Отличается перехват очередной от Джамбола. И легкие два очка номера. Владимир Бережной первыми баллами за результативность отмечается в этом матче. Тавров. Неудачная передача. Тавров бросает в отрыв 15 номера и забивает. Забивает Джамбол из-под кольца с первой попытки, со второй завалит. Комбинирует Джамбол. На подборе вновь не цепку, пока проходит игра. Джамбол неплохо комбинирует, делает что хочет, а. Небраска пытается для Данила в матче. Вяткин интересную передачу задумывал, но на топ. Паркет. Тавров в Небраске присел отдохнуть. Вышел восьмой номер. Тут же трехочковым попаданием Дмитрий отличается. Джамбол. Мете снова 12 баллами. Данил Юркевич добавил 9. Леонид путаю его с Мете Челышканом. Извиняюсь заранее. Вновь в атаке Джамбол и вновь результат. А вот 31 номер свою попытку через руку бросает, не попадает. Быстро отрыв надо передачу отдавать. Да, последовала она. И на пустое кольцо. Литвинов позиционное нападение организовывает для Небраски. Сам бросает трехочковый. Забивает. Дмитрий. Вот Джамбол в ответной атаке мяч потерял. Джамбол. Трехочковый бросок 31 номера. Цели достигает.
партнера. Куратов, Батенин. Пустое кольцо забивает. Прошу прощения, 22 очка у Небраски пока. Не забивает. И вновь вдвоем оказываются в отрыве баскетболисты. Право. Средний бросок. Забивает номер Джамбола Даниил Юркевич. И отвечает быстрая атака. Виктор не попал. Джамбол. Трехочковый бросок от восьмого номера. Цели не достигает. Вяткин перехватывает мяч. Тавра в быстром отрыве забивает 2 очка Виктор. Тавров мяч теряет. И быстрый отрыв для Джамбола. Добро вновь. Пруха лютая. Хорошая комбинация и но передачу до конца прервать не смог. И 17 номер отличается у Джамбола. Не попадает. Джамбол быстро атаки. 31 номер. Отличный процент у Леонида. Двухочковый 4 из 5. Перехватывает Джамбол. И средний бросок восьмого номера. И в итоге из-под кольца завершает. После подбора Олег Спарилук забивает. Трех от 15 номера прилетел Андрей Волченко. 10 очков для Андрея, однако. Румянцев под кольцо прошел, забил в объявлении, встречаются в обороне соперника баскетболиста Джамбола. Вот Курапов наконец-то 2 очка набирает. Игра, никто никуда не спешит. Тавров сейчас в защите здорово сыграл, сам атаку из-под кольца завершил. Джамбол впереди, Румянцев не забивает. А после подбора 22 номер. Румянцев на линии. Штрафной. Литвинов делает. Вовченко. Хорошая скидка на Курапова и забивает. Вяткин против Румянцева. Хороший фейк. И здорово, Данил. 2 очка набирает. Линов. Тавров атакует из дуги. Виктор. Точная атака. 14 номер не будет. Гол, Румянцев набрасывает на кольцо, 2 очка, Даниил Юркевич. 4 очковым попаданием. Джамбол в позиционном нападении, хорошо двигает мяч. Хороший пас, 22 номер, Олег Спарилов. Также решает 3-очковую атаку провести и забивает. Тавров. На средней дистанции Виктор решает атаковать, забивает. Второй забивает Даниил. На средней дистанции. Леонид Румянцев на связи. Леонид, поздравляю с победой.
Достаточно легкая она для вас сегодня получилась. Что скажете? Скажу то, что мы выиграли только за счет нападения. Защита была у нас отвратительная. Могли играть гораздо лучше и пропустить меньше и забить больше. Но игра в целом получилась хорошая. Да, много игроков у вас сегодня отличились результативностью. Ты, по-моему, самый результативный игрок. 24 очка на твоем счету и процент очень хороший. У тебя всегда так или сегодня отдельно был удачный день? Я считаю, что нужно стараться играть всегда так, но в первую очередь ставить акцент на защиту. Без защиты не будет нападения. И такая игра только за счет команды. Один бы я так бы хорошо не сыграл. Согласен. Поздравляю еще раз с победой. Спасибо. Молодцы.